Домашняя выпечка всегда популярна. Сегодня у меня печеные в духовке пирожки с грибами и рисом. Пышные, ароматные, вкусные. Заходите, читайте рецепт. Такие пирожки поистине универсальны. Они отлично подойдут на закуску, к любому первому блюду вместо хлеба, а также с чаем или кофе. Грибы могут быть любые по наличию и вкусу. Рис также подойдет самый обычный. Последовательность приготовления теста и начинки подробно описана и показана в пошаговом описании и фотографиях. Готовьте с любовью, и все у вас получится. Для приготовления таких пирожков возьмите следующие продукты: яйца, молоко, дрожжи, сахар, соль, масло сливочное и подсолнечное, муку, рис, шампиньоны, лук репчатый. В миску налейте теплое молоко, добавьте растопленное сливочное и подсолнечное масло. Добавьте в эту смесь яйцо, сухие дрожжи и перемешайте. Добавьте соль и сахар. Муку просейте и постепенно всыпьте в миску. Замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто. Миску с тестом накройте полотенцем или пищевой пленкой, поставьте в теплое место. Через 40-60 минут оно увеличится в объеме. Тесто обомните и дайте ему подойти второй раз. Пока тесто подходит, приготовьте начинку. Репчатый лук очистите, помойте и мелко нарежьте. Выложите в сковороду. Налейте подсолнечное масло и обжарьте лук до легкого золотистого цвета. Добавьте к луку нарезанные шампиньоны. Тушите грибы с луком до готовности. Рис сварите и добавьте к луку с грибами. Начинку посолите по вкусу и перемешайте. Тесто разделите на 14-15 кусочков. Каждый кусочек скатайте в шарик. Каждый шарик раскатайте в круг диаметром 10-11 см. На середину круга выложите столовую ложку начинки. Залепите края, формируя продолговатые пирожки. Выложите пирожки в форму для выпечки. Дайте постоять при комнатной температуре 25-30 минут. После смажьте яйцом и отправьте в духовку, разогретую до 175-180 градусов. Выпекайте пирожки 30-35 минут до золотистой корочки. Время выпечки зависит от вашей духовки. Ароматные пирожки с грибами и рисом готовы.